Дарья Пантелеева кататься на лыжах мечтала с детства. И подумать не могла, что ее мечта когда-нибудь осуществится. Горные лыжи для инвалида – слишком дорогой вид спорта. Материальную сторону на себя взял горнолыжный центр. Инструкторы говорят, у девушки врожденные способности. Все получается будто само собой. Это не всем дается. Это вот мне в первый раз, ну, впервые в жизни это удалось. И мне очень нравится кататься, страха никакого нету. Все у меня получается, что инструктор говорит, то я и делаю. Когда в реабилитационном центре объявили о наборе в группы горнолыжников, Роман Кондрашов долго не раздумывал. Пока парню еще плохо поддаются повороты, но он верит, его главная вершина впереди. Мне это нравится. С детства мечтал-то скатнуться с большой горы. С детства. Потихонечку начинаешь ехать, для меня буду командовать, на какую ногу нажать. Группы для особых спортсменов в центре открыли в этом году. Разработали специальную программу, привлекли инструкторов по адаптивной физкультуре. Ставят на лыжи на простых склонах. Ни на минуту не оставляют без внимания. Главное – заставить поверить в собственные силы. Потихонечку. На следующий раз вводим лыжи. Давай, помогу. Все, пяточки пошире. И вперед с тобой втянемся потихонечку. То есть... В правую сторону поворачиваем, на левую ногу посильнее даем. Буду говорить, на какую ногу давить. Хорошо? Это уже 8-я тренировка. Педагоги говорят, такие занятия помогают всесторонней реабилитации. Поднимается настроение, повышается самооценка, растет интерес к жизни. Поначалу они вообще не хотели ехать, вот с самого начала. А когда они уже тут попробовали, мы попробовали сначала на тренажерах, они занимались первые вот занятия. Им очень понравилось, а когда уже на лыжи первый раз стали, они там довольны, все приехали, все поедут с удовольствием ездит каждый раз. В этот сезон на лыжи поставили около 20 человек с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас набирают группы на следующий. Кстати, занятия планируют начать еще с лета на специальных адаптивных тренажерах. Марина Карасик, Михаил Жилкин, Липецкое время.